Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня речь пойдет о нашем любимом российском актере Анатолии Васильеве. Это тот самый Юрий Анатольевич из сериала «Сваты». Об этой новости еще пока никто не знает, вы одни из первых, кто об этом узнает. Об этой новости даже в интернете никто не сообщает. Оказывается, вчера ночью в страшную аварию в Египте попал российский актер Анатолий Васильев. Напомним, Анатолий Васильев уже несколько дней находится в Египте вместе со своей семьей на отдыхе. Автобус с туристами перевернулся и есть пострадавшие. В том числе и наш актер Анатолий Васильев. Сейчас, по всем нашим данным, он находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо. Мы продолжаем наблюдать за развитием событий вокруг Анатолия Васильева. Будем надеяться, что с актером больше ничего не случится. Информацию пока достать очень тяжело, так как это совсем другая страна. Мы в любом случае сделаем продолжение этого выпуска. Будем надеяться, что все получится. Продолжение выйдет уже завтра утром, поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. Следите за нашими новостями, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем YouTube-канале. Жмите на колокольчик, в таком случае вы увидите уведомления о том, что вышел свежий выпуск. До скорой встречи, дорогие друзья, на нашем YouTube-канале.